Сейчас целенаправленно попробуем. Вот стекло у автобуса уже разбито. Сейчас возьмем его, пробьем несколько дырок. Бьется прикольно. Мне просто интересно, в других играх зачастую замечал такую ошибку. Стекла восстанавливаются, то есть все становится на свои места. Нет такого, что то, что ты навредил, оно остается зачастую. Хочу здесь убедиться, есть ли такое здесь или нет. Сейчас зайдем обратно на базу, подождем и вернемся, посмотрим, исчезнет что-нибудь или не исчезнет. Agent. Ладно, я думаю, пора уже вернуться, посмотреть там, как бы можно будет еще, конечно, пойти. Я, наверное, еще пойду миссию выполню, если останется, и потом еще раз вернусь, посмотрю обязательно. Интересно, когда оно сохраняется на протяжении уже всей игры, что уже когда к концу игрового, это вот начало игрового процесса, я уже пройдя всю игру и обратно вернувшись на эту базу однажды, подойду к этому автобусу, и там будут точно такие же разбитые стекла, как я и разбил. Сейчас посмотрим. Увы, увы, нет, ребята, увы. То, что я старался, нету этого. Но если честно, это очень тупо, очень глупо, большая ошибка разработчика. Интерес игры, конечно, убывает от этого. Еще несколько у меня тут замечено уже таких нюансов. Это один из таких.
что еще заметил тут такого некорректного? Ну как так? Увы, нет. Ладно, что в общем и требовалось доказать. Разработчик не учел такой вот нюанс, который в итоге будет, которого нам будет не хватать. Всем спасибо. До свидания.